Автомобиль Suzuki Grand Vitara с алтайским номером двигался в сторону Новосибирска. В какой-то момент водитель вывернул руль на встречную полосу. Хотя на данном участке дороги обгон запрещен. В салоне, кроме него, находилось еще двое пассажиров. По предварительной версии, виновник аварии совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями. Водители и пассажиры всех трех транспортных средств были доставлены в лечебное учреждение Бердска и Искитима. В Сиенте было 4 человека, 2 женщины и 2 ребенка. Уйти от столкновения водитель не смогла, как и автомобиль, который двигался за ними. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Предположительно, 2 детей в возрасте до 3 лет без детских удерживающих устройств получили телесные повреждения. Диагноз пока уточняется. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полка ДПС, ГИБДД ГУ, МВД России по Новосибирской области, сотрудники госавтоинспекции Искитимского района, а также следственный отдел, межмуниципальный отдел России Искитимский. В итоге пострадало 7 человек, водители 2 авто и их пассажиры. Дети получили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. У взрослых диагнозы тоже похожи. Тупая травма живота, сотрясение, ушиб грудной клетки. Все госпитализированы. Известно и то, что водительский стаж предполагаемого виновника аварии около 30 лет. В последний год к административной ответственности он не привлекался. Штрафов за нарушение правил движения не было. Почему он совершил опасный маневр, предстоит разобраться следователям.